Хоккейный клуб «Динамо» провел в Твери первый предсезонный матч. Команда принимала на тренировочном катке Дворца спорта «Юбилейный» действующего чемпиона Азиатской хоккейной лиги ХК «Сахалин». Подробности в нашем сюжете. Первый матч в рамках подготовки к новому сезону ВХЛ тверские динамовцы сыграли 18 июля. На берег Волги приехали хоккеисты, выступающие в Азиатской лиге Сахалина. Это первый разминочный матч перед началом нового сезона, который обещает быть очень жарким. Очень интересный чемпионат. Много команд из разных регионов. И Сибирь, и, пожалуй, и Китай, и центральная часть, Урал. Поэтому горожан ждет яркое зрелище. По периметру балкона тренировочной арены Дворца спорта «Юбилейный» расположились более 150 зрителей. Это хороший результат для предсезонной игры. Болельщиков будет только больше, надеются в тренерском штабе, ведь даже игра против Сахалина выдалась упорной. Итоговый счет в матче был установлен на 55-й минуте и больше не менялся. 5-3 – победа «Динамо». Несмотря на то, что это товарищеская игра, игроки и тренерский штаб клуба уже начали оценивать свои шансы в ВХЛ. К сезону подойдем в боевой готовности, и все будет хорошо. У нас задача готовить ребят в первую команду, поэтому будем делать все возможное. Команда собрана новая, молодая. Ищем сейчас, смотрим ребят новых и знаем уже ребят. Официальный старт новому хоккейному сезону будет дан в сентябре. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи «Динамо» на льду «Юбилейного».